Через 2-3 года процентная ставка по ипотеке в России может достигнуть исторического минимума. Таковы данные финансовых аналитиков. Если инфляция до 2019-2020 годов не будет превышать 4%, то оформить ипотечный кредит жители нашей страны смогут под 6-8%. Такие прогнозы наверняка заинтересуют не только тех, кто в перспективе собирается приобретать жилье, но и тех, кто уже обзавелся недвижимостью в кредит. Более низкий процент позволит заемщику рефинансировать свою ипотеку, то есть перейти из одного банка в другой со снижением ставки.